Боковые судьи. Первый стол Абу Рашидов, Кыргызстан. Второй Махми, Франция. Третий Кадов, Сирия. Четвертый Гулиев, Азербайджан. Пятый Пастухов, Молдова. Bout number 11. International category referee Анатолий Зайцев, Латвия. В ринг приглашаются боксеры 11-й пары Елизавета Мошчик, Саадат Долгатова. В красном углу ринга Елизавета Мошчик, Польша. В синем углу ринга Саадат Долгатова, Россия. Весовая категория до 75 килограммов. Red corner, Елизавета Мошчик, Poland. Blue corner, Саадат Долгатова, Russia. Weight category under 75 kilogram. Я тебя люблю.
Красногвардейка готовится к продолжению боя. Елизавета Вожчик, Польша. Боксер 96-го года рождения, счет боям не ведет. Тренируется под руководством Каролины Михалчук. Red corner, Elisabetta Wojcik, Poland. She was born in 1996. She doesn't keep the score of her victories. Her coach is Karolina Michalczuk. Seconds out. Round two. Седьмом лоринга готовится к продолжению боя Саадат Долгатова, Россия, город Подольск. Боксер 88-го года рождения, боксом занимается 9 лет. На ринге провела 101 бой в 87 бойниках, одержала победу.
является финалисткой чемпионата мира 2014 года. Четырехкратная чемпионка России. Тренируется под руководством Фролова Талибова Закирничного. Blue corner, Sada Galgatova, Russia, born in 1988. She was the finalist of the championship of the world 2014. She is four times the champion of Russia, boxing for 9 years. Seconds out. Судьи. Победу одержала боксер синего угла Сада Далгатова, Россия. Unanimous decision. The winner is Sada Dalgatova, Russia, blue corner. 12-й бой. Рефери поединка. Судья международной категории Алексей Павлов, Россия, город Ливный, Орловская область. Боковые судьи. Первый стол Абдурашидов. Второй стол Сызранов, третий Хадар, четвертый Боргаяков, пятый Губатаев. Bout number 12. Referee Алексей Павлов, Russia.